Столько же беженцев за неполный месяц прибыли из Мьянмы в Бангладеш. Эти данные приводит ООН. По данным волонтеров организации, с притоком вынужденных переселенцев растут и потребности людей в еде и питьевой воде. Очередной виток напряженности в Мьянме произошел после серии нападений боевиков Рохинджа на полицейские посты и воинские части. Сейчас беженцам оказывают помощь. Свою руку людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, протянул Бангладеш.